Ребята, смотрите, море, вернее, это океан, Атлантический океан. Смотрите, а вот это вот домики, их можно арендовать и жить здесь, прямо возле океана. Но он холодный. Сегодня небо, видите, какое? Солнца нет. Но приятно. Вон девчонки купаются. Но быстренько не залезли, выходят. Так, так, так. Что у нас там? Здесь у нас какое-то сооружение. Там рыбу ловят. Вот. Видите, как домики стоят? Арендуешь себе и возле океана проводишь время. А это такая галечка. А это у нас барбекю. На барбекю что-то такое. Так. А что тут готовят? Смотрите. Целая кухня, а? Целая кухня. Креветки. А что это еще? Вот это. Самоса. Вот это что? Самоса. А что это такое? Это индийское? Так, вот это скоро пойдут на огонь эти овощи, короче. Боже, огонь такой большой. Уже практически готово. Сейчас скоро будем трапезничать. Тарелки, правда, забыли. Но ничего. Главное, что мясо есть. Так, так, мешки, кульки, полотенца. И снова выходим к океану. Здорово. Вот какие просторы. Здорово, да? Конечно, это не Одесса. Девчонки вон плавают. Вот люди там сидят. Практически людей немного. А вот, кстати, домик, видите? Там они сидят. Что-то там делают. Едят или что-то делают. Вот люди идут. Ну, есть люди, конечно. Нельзя сказать, что погода пляжная, но здесь в Англии, конечно, поймать пляжную погоду не так-то просто. Ну вот. Вот так вот здорово. Свежий воздух. Атлантический океан. Природа. Родные, близкие, любимые. Вкусная еда. Вот и все. Так что наслаждайтесь тоже. Всем хороших, замечательных дней.